Дарить себя не значит продавать, и рядом спать не значит переспать, не отомстить не значит все простить, не рядом быть не значит не любить. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало. Хоть и не ново, я напомню снова, перед лицом и друга, и врага, ты, господин, не сказанного слова, а сказанного слова ты слуга. У одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые? Посмотри в окно, что ты видишь? Вижу, как дети играют во дворе. А теперь посмотри в зеркало, что ты видишь там? Себя. Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла. Но стоит добавить немного серебра, и уже видишь только себя. Не верь тому, кто говорит красиво, в его словах всегда игра. Поверь тому, кто молчаливо творит красивые дела. Ты сегодня не властен над завтрашним днем. Твои замыслы завтра развеются сном. Ты сегодня живи, если ты не безумен. Ты не вечен, как все в этом мире земном. То, что Бог нам однажды отмерил, друзья, увеличить нельзя и уменьшить нельзя. Постараемся с толком истратить на личность, на чужое не зарис, взаймы не прося. Один не разберет, чем пахнут розы, другой из горьких трав, да будет мед. Дай хлеба одному, навек запомнит, другому жизнь пожертвуй, не поймет. Не бойтесь дарить согревающих слов и добрые делать дела. Чем больше в костер вы положите дров, тем больше вернется тепла. Много лет размышлял я над жизнью земной. Непонятного нет для меня под луной. Мне известно, что мне ничего не известно. Вот последний секрет из постигнутых мной.